Ребята, всем привет! Вот долго я не выпускал выпуски, вот такие, типа, когда ты сам выбираешься куда-то. Все были какие-то обзоры на фильмы, на всякую вот эту дребедень. Но это реально, конечно, немножко скучно делать обзоры на фильмы, потому что это заезженная тема. Все сейчас снимают на Ютубе. На Ютубе от нечего делать вот эти обзоры. Всем впадло куда-то выехать, да, что-то снять толковое, стоящее. Сегодня в моем выпуске рассказ о поселении Мосрентген, которое находится на юго-западе Москвы, за МКАДом. Вот. И в целом о теплых станах, верхних и нижних, которые один находится в пределах МКАДа, а другой за, вот на территории Мосрентгена, Новой Москвы, как раз таки. Что бы я хотел вам рассказать? Вот. О теплом стане я в метро немножко, в моей серии я оставлю ссылку в описании, где я про метро теплый стан говорил. Там я рассказывал о верхних, нижних теплых станах. Сейчас более подробно расскажу о Мосрентгене. В общем, чем характерен Мосрентген, чем интересен? На территории Мосрентгена было село Троицкое, вот, которое нам запомнилось очень хорошо тем, что здесь жила суровая помещица Салтычиха, так называемая. Ее изображений как бы практически не осталось. Вот, и очень спорные идут версии. То есть кто-то говорит, что это она изображена, кто-то говорит, что нет. Вот, по крайней мере, изображения ее матери остались. Вот. Чем она была сурова? Она убила 139 крепостных крестьян. Это только подтвержденные данные. Почему она убивала? Она их жестко истязала. То есть выдирала волосы им, она была очень сильным человеком, ну как физически, да. То есть она у крестьян выдирала волосы, обливала их кипятком, раскаленным железом лицо им прижигала. Почему она все это делала? Все сходятся ко мнению, то что был Тютчев, писатель, поэт, вот, он здесь межеванием занимался, то есть он село Троицкое размежевывал. Вот, и Салтычиха, у нее умер муж, вот, и она пригласила вот этого Тютчева, это самое, к себе в имение переночевать, вот, переночевать она позвала, вообще, когда он пришел сюда размежевывать, охранники ее подумали, то, что это какой-то вор забрался, вот, и его привели к ней, он говорит, то, что я майор, вот, занимаюсь размежевыванием, кадастром вот этим, кадастровым делом занимался, вот, и у них там закрутился, как говорят, роман, вот, после чего он, пожив там, узнал то, что она такая вот женщина, которая всех убивает, и побоялся быть тоже как бы жертвой ее стать, вот, потом на каком-то бале он познакомился с девушкой, уже не помню, как ее зовут, честно говоря, вот, у нее было имение в Брянской области у ее отца. Вот, и здесь у нее какая-то часть территории была. Так вот, Салтычиха об этом прознала и решила убить Тютчева. То есть она заказала порох, чтобы взорвать Тютчева. И вот решила сделать покушение. Но покушение не состоялось, так как крестьяне забоялись. То есть они знали то, что она полоумная и что, скорее всего, она их всех сдаст. Вот, а больше как-то понадеялись на государство, то, что все-таки государство такой мнимый гарант, как бы, вот, и не стали этого делать. Второй раз Тютчев возвращался со своей вот этой вот невесткой, здесь вот где-то в имении, вот, и она, Салтычиха, облаву решила сделать. Крестьян крепостных с дубинами направила, чтобы забить, короче, когда они шли, когда они возвращались, чтобы забить Тютчева с супругой. Вот, но крестьяне очень любили Тютчева, так как он был таким интересным человеком, очень уважали его. Вот, и один из крестьян доложил ему, они свернули, то есть не по дороге поехали, а через лес. Вот, и крестьяне, конечно, поняли, что он пошел не по дороге, а через лес, но все-таки убивать его не стали, так как его уважали. Вот. Вследствие чего потом
Салтычиху Екатерине II донесли на Салтычиху то, что она убила людей, куча крепостных крестьян, да. И вот Екатерина II, чтобы вот не допускать такого, как бы без своих, чтобы чужие боялись, она начала в отношении ее дела. Вот. Но так как у Салтычихи было много денег, и она была достаточно влиятельной фигурой, она отмазывалась, давала взятки, и 6 лет она оставалась на свободе. После чего ее схватили, и она 11 лет, ей вырыли под монастырем землянку, вот, и она 11 лет жила в темноте, и только включали свет, когда кушать ей приносили. В общем, потом еще 22 года она... Ее переселили в камеру со светом, и люди могли подходить и смотреть на нее. Это было как бы таким своеобразным наказанием. Вот. В общей сложности она там 33 года провела и сошла с ума, и, в общем-то, умерла потом. Ее похоронили, как говорят, где-то за монастырем. Вот. Что мы имеем вот в этом районе сейчас? Сейчас практически ничего не осталось от села Троицкого. За исключением храма, который построен ориентировочно в 80-х годах 17 века. Вот, то есть 1680 год, где-то примерно в этих годах был построен храм. Я вам его засниму, покажу. Вот, также были вырыты два вот этих вот озера. Эти озера искусственные. То есть вот одно озеро, там идет дорога, и за дорогой следующее озеро находится. Вот, друзья, сейчас пойдем, сейчас вам засниму храм вам. Друзья, еще хотел рассказать, что касается вот этих озер. Вот, по неподтвержденным данным, здесь закапывали, хоронили вот этих вот жертв Салтычихи. Вот, еще одна информация, то что вот здесь, вот возле прудов. Еще одна информация, то что они, ну это точно уже, это то, что они за церковью, за вот этой вот были похоронены. Вот, и был даже осужден священник, которому привозили вот эти тела, и он не докладывал полиции то, что на них были следы насильственных, да, как бы травм, вот, и захоранивал их. Сейчас вот двигаемся к храму. Вот, друзья, храм Животворящей Троицы в поселке Масрентген. Таких храмов два. Еще есть храм Животворящей Троицы, там при ФСБ, он в другом месте находится немного. А вот озера, которые вручную выкопаны. Представляете, да, сколько это вот нужно было в те времена там тележками куда-то за город увезти кучу вот этой почвы. Вот знак поселения Масрентген там красуется. Сейчас еще другую часть вам озера сниму. Вот здесь всякие там рыбаки здесь летом бывают. Видите, здесь оборудовано место для рыбалки. Такое интересное. Друзья, вот за этой церковью, да, хоронили людей, захоранивали. Вот. Потом это кладбище в советское время было убрано, и на месте там вот сады, палисадники развили. Вот. А вот, да, на той стороне находится вторая часть вот этого озера. Вот. Я говорю, мало что сохранилось из построек. Вот это вот только, по сути дела, церковь. Вот. И сейчас вставлю фрагмент места, где дом Салтычихи был, поместье ее само. Вон там какой-то красуется дом с уточками, люди гуляют. Ну, такое весьма живописное место. Это даже это и не подумаешь, да, вот то, что здесь много веков назад, то столько людей было убито. Вот. Кстати говоря, Вторая мировая, ну, Отечественная война, она, Великая Отечественная, она не коснулась вот этих поселений. Она не коснулась. Есть блиндажи в парке, там, в Тропаревском парке, прям такие, из бетона, вот. И там выставляли охрану, то есть там наблюдали. Но война сюда не дошла, то есть вообще абсолютно не коснулась. Вот, друзья, это вот это из очерков истории, да, этого района. Что сейчас тут есть? Вот в 30-х годах вроде тут, ну, примерно, завод был Масрентген построен, тут рентгеновское оборудование для медицинских учреждений делали и делают. И многие думают, вот типа Мосрентген, ух, какие страшные слова, но на самом деле радиационный фон там находится в норме. Также здесь находится рынок Славянский мир, и юго-запад Москвы является самым зеленым районом. В 20-х годах юго-запад Москвы был самым желанным местом для расселения коммуналок. Вот. И сейчас вот здесь вот есть такие вот, смотрите, парки, беседки, вот. Такие вот дела, ребят. Вот, друзья, дом культуры за моей спиной находится. Вот так сейчас все зелено, весна. В общем-то, многие историки сходятся к
к тому, что имение Салтычихи именно на этом месте находилось, и вот именно здесь совершались вот эти всякие зверские убийства ее, вот эти Салтычихи. Ну вот, наверное, друзья, и все. Вот самое интересное про этот район. Вот. Еще что можно рассказать, это уже про парк Тропарева. Вот. Там находится источник, родник, который изображен на гербе теплого стана. Источнику 1500 лет, и на гербе изображен именно вот этот вот, типа, теремок над источником. Вот, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся.